Всем привет! Всем привет! Мы, как обычно, Holdy Discounter. А и сегодня мы будем готовить куриные шарики в сливочном соусе. Пойдем за продуктами? Да, у нас сегодня очень яркая погода, такая солнечная, очень тепло. Сегодня у них акции, у них всегда очень хорошие акции. Так, для рецепта нам понадобится куриное филе. Куриное филе мы взяли. Для этого рецепта нам еще понадобится сливки. И мы берем сыр. Сыр. Как всегда, очень вкусный сыр. Литовские сыры. Да. Так, теперь нам нужно взять одну головку лука. Так, мы берем лук. Нам нужна одна луковица. Ну и в конце для рецепта нам нужны яйца. Итак, мы пришли с магазина. Сейчас я расскажу, что мы будем готовить. Это куриные шарики в сливочном соусе. И нам понадобится сыр твердый, сливки, куриное филе, лук, яйцо. Нам также понадобится мука, соль, перец и приправа по вкусу. Для начала нам нужно отбить курицу. Задача сейчас порезать курицу. Нет, сначала ее отбить, а потом порезать. Я ее обычно делаю вот так. Я ее выкладываю на большую досточку. Сейчас нам понадобится пищевая пленка. Закрываем и отбиваем. Обычно делаю я вот так. Так, слегка призакрыть ее. Курица при отбивании не будет никуда улетать. Да. Курицу мы отбили, сейчас мы будем ее резать на маленькие кубики. Все у нас готово, теперь мы курицу вываливаем обратно в миску. И занимаемся луком. Наша задача — брать лук, мелко зашинковать, ну и добавить к мясу. Сначала мы его почистим, естественно. Да. Режем лук мелко-мелко. Лук мы порезали, теперь его надо переложить курице. Соль, перец мы добавили по вкусу. Остается приправа. И разбиваем одно яйцо. Все это перемешиваем. Теперь наша задача — скатать шарики, обваливая их в муке, и добавить на противень. Противень мы уже смазали растительным маслом. Обваливаем руки в муке. Теперь берем, формируем шарик. И этот шарик тоже обваливаем в муке. Мы скатали шарики. Теперь ставим в духовку на 180 градусов на 10-15 минут. И пока занимаемся соусом. Пока наши шарики в духовке, мы сейчас приготовим соус. Для этого нам понадобится сыр твердый. Мы берем витовские сыры фирмы. Это именно фирма Holdy Discounter. Натираем на терке сыр и добавляем сливки. Трем сыр на терке. Итак, мы сыр натерли. Теперь берем сливки и добавляем наш сыр. Нам нужно 200 миллилитров.
Итак, мы достали наши шарики из духовки. Теперь наша задача каждый шарик полить соусом. Начинаем. Оставшийся сыр мы распределили вниз, вот так вот вылили. Сейчас мы ставим обратно в духовку и уже на 15-20 минут, также на 180 градусов. Прошло 20 минут, мы достали наши куриные шарики, вот что у нас получилось. Шарики подрумянились за счет сыра. Это была рубрика «Готовим вместе с Холди Дискаунтер». Если вам понравилось это видео и хотите продолжения с новыми рецептами, ставьте пальчики вверх, оставляйте ваши комментарии внизу под видео. Подписывайтесь на наш канал Сухарики ТВ. Всем пока-пока, приятного аппетита всем!